Bright Park вдохновляет. В Bright Park удобный автокредит за 15 минут. Bright Park. Лада, Екатеринбург. В администрации Асбеста состоялось очередное заседание по реализации программы формирования городской среды. На данный момент отставание от графиков по-прежнему наблюдается на Аллее Мира и на двух дворовых площадках. В рамках заседания обсудили планы по благоустройству общественных территорий на следующий год, а также оценили ход проведения текущих работ. Как сообщили в ходе совещания, на Аллее Мира работы находятся в стадии завершения. Строители доделывают ограждение. По словам подрядчика, в ближайшие дни работы на объекте будут полностью завершены. Напомним, что изначально благоустройство Аллеи Мира должны были завершить еще 1 октября. Однако работы существенно отставали от графика. В итоге сроки пришлось сдвигать несколько раз. Между тем, за ходом выполнения работ продолжается усиленный контроль. Те последние обязательства, которые у нас с вами есть, мы уже критически эти сроки все нарушили. Мы все-таки через 2 дня увидим отсутствие строительного материала. То, что остаются там поддоны, да, мы увидим отсутствие дополнительных хозяйственных помещений на объекте и завершенность объекта в выполнении основных видов работ по ограждению. Что касается форумной площади, здесь работы полностью завершены. Торжественное открытие обновленного объекта состоялось 6 ноября. Также в рамках совещания обсудили благоустройство дворовых площадок. На сегодняшний день завершены работы по 4 площадкам в поселках Лесозавод, Красноармейский и Белокаменный. Работы во дворах на улице Ленинградской и 101-м квартале идут с отставанием от графиков. В частности, во дворе на улице Ленинградской не установлены еще 2 конструкции. По словам подрядчика, полностью завершить работы планируется до 19 ноября. В следующем году будут продолжены работы по реконструкции Аллеи Победы от проспекта Ленина до Центра детского творчества. Также планируется благоустроить еще 9 дворовых площадок. Анастасия Сметанина, Владимир Денисов, новости АТВ.